Параллельно в Твери ведется мониторинг дорог, отремонтированных прошлым летом в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Представители областного министерства по обеспечению контрольных функций и сотрудники горадминистрации проверяют состояние всех объектов после зимы. Более 60 километров автомобильных дорог и более 20 километров тротуаров. На всех этих участках выездные комиссии проверяют качество дорожного покрытия, тротуарной плитки и окрашенных элементов. Если налицо аварийные дефекты и разрушения, сотрудники комиссии составляют акт выявленных недостатков. На основании этих актов направляется предписание в адрес организации, исполнявшей условия муниципального контракта в прошлом году. На основании этих предписаний организация за свой счет устраняет выявленные дефекты. Результаты обследований показывают, в целом все объекты ПКАТ нормально пережили зиму. На объектах с незначительными замечаниями, которые не влияют на безопасность дорожного движения, восстановительные работы выполняют при благоприятных погодных условиях. Качество работ, проведенных в рамках ремонтной кампании прошлого года, можно поставить оценку хорошо. Основным замечанием, которое уже выдано предписание соответствующее, является частичное стирание дорожно-горизонтальной разметки. Мониторинг в рамках проведения гарантийных обязательств планируется завершить до 1 мая.